Приветик всем, мои дорогие подписчики. Сегодня мы поиграем в стендов. И да, я вернусь на канал спустя месяц. И стендов у меня на канале не было почти год. Поэтому я решила его снять. Сразу же осуждаю ник и аватарку, конечно же. Так, короче, ребят, я вам сразу говорю, мой скилл никак не изменился, ну, практически никак не изменился за этот год, поэтому если я буду нубить, извините. Приветливый бабби. Холдик. Шалалалалала. Короче, рассказываю историю. Я такой сегодня на один день в лагерь пошел. И, короче, там у нас такой дебиленок. Дебиленыш есть такой. У нас он попал. Короче, попался такой дебиленыш. И, короче, он обзывал наших мам. А потом, когда я обозвал его маму, то он заревел. Вот. Видео я записываю без сценария, потому что мне лень его писать. И вообще, да. Я потому что самый ленивый человек на этом свете. Ленивее человека вы нигде не найдете. А тем временем меня убили Закер. Хотя это оружие, которое я ненавижу. Блин! Everybody. Я ни одного кила не сделал. Я раньше даже с АВП, ой, с Авика играл лучше, чем сейчас. Если вы не поняли, о чем я, посмотрите мое первое видео. Самое первое видео на моем канале. Тогда вы все поймете. Джой. Мне надо купить, я думаю, скинчик на петуха. А то что-то я как плохо хожу без скина этого серым. Everybody. Говноедик маленький говноедик. Говно оружие. Everybody, ты где? О, вижу. Килы. Так сказать. Пири. Ну, говорю же, мой скилл никак не изменился за эти 11 месяцев. Я вам говорил. Кстати, поздравляю всех с окончанием учебы. И, кстати, у меня скоро день рождения, через 2 месяца, это ведь очень мало, всего лишь-то, а нет, уже через, да, через 2 месяца, всего лишь-то, 42 дня, потому что у меня день рождения 11 июля, почти 42 дня, блядь. Так. Чё, я сделал 5 килов? Шесть. Неужели? С моим скиллом я сделал 6 килов. Неужели? Неужели 7 килов?
Неужели... Нет, не 8. Неужели 8? Ладно. 8-й килл. Я заработал крыс. Бомжик. 9 киллов. Про. Я профессионал стендофа. Я шучу, конечно. Говноед! Дик. Я забыл, что тут подсада. Я забыл, что я не читер. И не в кастомном лобби. Ёп! Я на 6-м месте хотя бы. Хотя бы на 6-м месте. 10 киллов. Я подниму хотя бы ранг. Есть. Поднял. Revenge Box. У нас будет открытие. Кстати, мне один раз за удачу дали. Знаете, что мне за удачу дали один раз? Мне за удачу дали один раз Orange Box. Бокс, не кейс. А если бы был кейс, то я бы его продал. Мне сейчас выпадает дигл. Говно. Мне нужно петуха скин купить. Только как бомж хожу без него. Его. Все, погнали. Гонка вооружений, короче. Пожалуйста, только не Синстоун. И не вы. Ой, какой Уэнстей. Такой карты не был. Или бывает. Я не знаю. Я забыл, как она называется. Лейксайд. Ладно, только я, наверное, ранг солью. Обошел команду, которую я ненавижу. Нет, думаю, все-таки я эту команду люблю больше, чем террористов. О, oh, no. Memory dog. С ножа. Гря. Извините, долаги. Бади. Пер. Ёкарный бабай. Был и капец. Такс, 2 килла. Огромное спасибо. Эвермен. Эвермен, да. И еще раз говорю, осуждаю аватарку и ник, я сделал это все ради рофла. Извините, я скоро все поменяю. О, петух. Сразу. Йоп! Было 12 FPS. У меня 20 FPS! Нет!
5. Ну только не сейчас. Ну только не во время записи видео, ну только не сейчас. Спасибо. Я так... У меня 8 FPS! Говноедик. Короче, я со всеми сейчас с вами буду прощаться, потому что у меня нереально сильно лагает. И я не знаю, превью, можно мне, пожалуйста, сделать превью. Я это видео выложу, когда я смогу, конечно. Да, я это видео выложу, когда я смогу. А так, сорянчик. Поэтому всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.